И давайте с вами сейчас перейдем к следующему препарату биологически активной добавки. Это к имбирному напитку, который содержит мед, шиповник и лимонник. Вы знаете, вот когда я увидела состав имбирь, мед, лимонник и шиповник, то это огромная такая антиоксидантная система, которая способна нас защитить и поднять наш иммунитет. Ну, говорить о свойствах имбиря, лимонника и шиповника это априори, да, известно, это не обсуждается, потому что имбирь как пряность, как лекарственное средство, оно очень известно, оно оказывает и антимикробное действие, и противовоспалительное действие, и общеукрепляющее действие. И если мы будем говорить о китайском лимоннике, или его еще называют шизандра, да, то это вообще бесценный источник витамина С, бесценный источник минеральных веществ. Лимонник у нас оказывает тоже противовоспалительное действие, борется с факторами, с неблагоприятными факторами окружающей среды и тоже является таким очень сильным детоксикационной, очень сильным веществом, которое участвует в детоксикационной системе в нашем организме. Он стимулирует работу сердечной мышцы, он стимулирует работу систем дыхания, он активизирует наше клеточное дыхание. Шиповник – это шикарный источник витамина С. То есть это огромная сопротивляемость, даст нам огромную сопротивляемость к различным инфекциям. Еще хотелось бы отметить, что в этот напиток входит еще молочная сыворотка сухая. В чем ее особенность? В ней очень большое количество группы витаминов А и группы витаминов В. Органические кислоты, также витамин ПП, витамин H, калий, кобальт, железо, йод будет входить в состав молочной сыворотки. Что-то еще хотела сказать, выбилась. Поэтому по поводу еще меда я хотела сказать. Мед содержится натуральный, добавляется глюкоза и подсластитель сукралоза. То есть не сахарозаменитель, да, а подсластитель именно сукралоза. Сукралоза относится к разрешенным подсластителям, поэтому вот мне очень нравится состав. Не наполнен, состав не содержит очень много балластных веществ, потому что есть биологически активные добавки, которые содержат очень большой балласт различных веществ, да. Здесь мне очень нравится данный состав, поэтому и в состав входят, если входят вещества, ну, например, декстроза или антислеживающийся агент, то они разрешены и они не представляют никакой класс опасности, да? Но если и представляют, то относятся к низкому классу опасности, что в принципе допустимо. На сегодня у меня все. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Надеюсь, вам информация была полезна. Всего доброго!